все посмотреть этот фильм. Кто не знает друг другу, помогает. Есть. И поэтому будьте готовы к испытаниям. Сегодня на каждой станции каждая команда на скорость будет двигаться. Сейчас ваша задача. Я вам дам одну минуту на то, чтобы вы придумали свое название и свой девиз. Пошла. Мы придумали. Готовы, стоим, ждем. Давайте их действия. Как только я дам отмашку, вы должны будете на месте. Одной рукой держит флажок, другой команду. От одной станции вы можете перемещаться только в одной секунду. Дали штрафной балл. Вот здесь есть у нас маршрутный лист. Капитана. Да, давайте. Значит, смотрите, от каждой вы должны будете озвучить свое название. Хором, ребята. 3-4. Пусть наблюдателю скажут. Поднимитесь к нам. Каждый шкур есть. 3-4, ребята. Слушаем друг друга. За добро и красоту мы бороться не устанем. Молодцы. Молодцы. Бороться не устанем. Так. Живем один раз, и все? Да. Удачи. Нет? Запомните. И 3-4 вместе со мной. 3-4. Ребята, слушаем. Запускаем время старта. Вы должны будете на время от одной станции к другой. За руки взяли все. Капитан впереди. За руки все взяли. На первом этаже. Начали. Первая станция, с нее стартуете. Дальше кто лучше был еще? Команда третья. Так, дальше. Вторая команда. Вы идете, стартуете с третьей станции. А потом вниз, 4, 5, 6. Вы стартуете с шестой станции. Это же третья станция. Так, а теперь я обратно все даю. Так, ребята, готовы? Сказать, как их звать. Всех, кого угадаете. А, ну, это
Номер два. Он у меня есть. Вы должны угадать, кого он играет, и имя или фамилию. Можно ли с класса снять на мероприятие? Вы должны отгадать, кого они играют, это может быть персонаж или имя. И вы должны сказать или имя, или фамилию, чтобы так легче было, чтобы так. Поняли? Он легко его угадать, потому что, смотрите, это одна из профессий, которые хотят мальчишки. Полицейский, милиционер. Но теперь вам нужно угадать его имя. Я часть не знаю, но я смотрела это видео. Имя, давай. Ты же сказал, дедушка, ты можешь кем ты работаешь? Что он делал? Не пишите на нас место. Нет. Этот. Этот. Дед Мороз. Нет. Нет. Аниматором. Или мудак. Посмотри просто. Нет, это не лыжник. А нет, я помню лыжника. Мы должны встретить. Это никто не будет. Thank you.
Помощь зала. Помощь аппарат. Так, вот эти вот три матка, да? Подожди, у нас все четвертое дело. Тебе дивизию. Команда спецназ. Знаешь, это спецназ? Дивиз. Только вперед, только вперед. Иди вперед и не вставай. Свободный государство российский приступит уже 12 дней, начиная в первом мировую войну. Можете просто его имя сказать? Знаете, такой Юра у женщины может быть. Женя, Саша. Да вы что, правда не знаете, какие именно похожие? Женя, Саша. Нет. А, начинается, давайте я вам легко подсказку. Алеша? Нет, похоже. Ну, не Алеша. Забирайте, забирайте деньги или уходите? Крутите деньги. Крутите барабан. Русская. Матфей. Макс. Да, я. Максим. Эй, бля, поверни. Странно. Это Евгений. Евгений. На букву К. Ева. Ну, Ева. 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 Это сейчас. Сказал. В жизни его имя Сергей. Вы четвертый? Не знаю. Да, мы сейчас вам хотите. Меньше всего ответили. А почему там? Да почему на руке? Я вообще не помню. Дети,